Актриса Антония Сантили стала известна в нашей стране после выхода фильма Эльдара Рязанова. В этом году актрисе исполнилось 72 года. Антония Сантили – итальянка. Артистические способности у нее были с детства, но она не видела себя актрисой. Обаятельная девушка выбрала серьезную профессию и поступила в университет в Риме, где изучала гуманитарные науки. В студенческие годы Антония начала выступать в молодежном театре. Ей получилось сыграть на сцене абсолютно любого героя. Также в то время девушку пригласили на съемки в качестве модели. Красивую молодую модель заметили режиссеры, и она успела сняться в 10 картинах, а затем перестала сниматься в кино и больше не давала интервью. Комедия о приключениях итальянцев снималась как в Италии, так и в Советском Союзе. Это был совместный фильм, где были задействованы советские и итальянские актеры. Поначалу Рязанов не рассматривал Антонию на роль Ольги, так как она не соответствовала сценическому образу. Утвердить актрису на роль захотела итальянская сторона. В те времена снять в комедии актрису, которая снималась в откровенном кино, было большим риском. Однако режиссер все же согласился. Зрители на ура приняли фильм и итальянку с русским именем Ольга. В фильме у Антонии возникли проблемы со сценой, где надо было водить машину. Пришлось подстичь азы вождения, чтобы в эпизодах, где актрису снимали крупным планом, все выглядело максимально естественно. В сценах, где Ольга лихо гонит на машине, снимался каскадер. Мало кто знает, что комедия Эльдара Рязанова стала для девушки последней в ее карьере. Больше фильмы с ее участием не снимались, потому что она встретила любимого человека и вышла замуж. Ее избранником стал обеспеченный бизнесмен, который сразу поставил условия. После свадьбы она должна бросить кино. 24-летняя актриса очень любила супруга, поэтому сразу же согласилась. Она занималась домашними заботами, а после рождения детей посвятила себя их воспитанию. Актриса заметно изменилась. В сети не так много ее фотографий, потому что она ведет закрытую жизнь. Поклонники помнят ее стройной привлекательной брюнеткой, какой она была и в комедии.